Кто снимать разрешал здесь? М? Да мы сейчас быстро. Кто главный? Это нам на КВН надо. Мужики, из нашей курсы ушли. Из курсы ушли. Свой. Дружище, не вырезай это из бэкстейджа. Что было дальше? Очевидно, главная программа в интернете за последний год. И манкировать это, ну, немножко не по-пацански. С нашего выпуска начнется падение. Когда там сидишь, абсур, боишься выглядеть глупо, да вообще просто боишься. Ну, так-то они все, конечно, страшненькие, так они не очень все внешне. Если говорить о сексе, то там ни в ком нет. Но вот это вот когда, так и секс не нужен. Надо иметь такую нервную систему, чтобы прийти и сесть к ним в гости, потому что у них... Чего меня скрывали от меня, скрывали, что он здесь? Расскажу, какой я пьяница был, как я вообще мог строить людей, будучи пьяным 19-летним. А сейчас, вот видишь, уже волнительно, блядь. Это все мои друзья, я такой, вдруг меня убьют они. Так что вот так, посмотрим, что из этого выйдет. Будем кое-кому набирать прямо из зала.